XX, с вами Беливикс. Всем привет! В сегодняшнем видео я вам расскажу про дочь Золушки Эшлин Эллу из новой серии Epic Winter, или же в переводе на русский «Эпичная или былинная зима». Я уже делала обзор на Блонди Локс из этой серии, поэтому если тебе будет интересно узнать и открыть для себя что-то новенькое про коллекцию и кукол, то скорее смотри обзор на Блонди, ссылка тут и в описании под видео. В данной коллекции куколки обзавелись непривычными улыбками, платьями с меховой отделкой, высокими сапогами и молдированными под колготки ногами. Девиз серии «Where princesses are powerful» – «Там, где принцессы сильны». Данная надпись стоит на коробках с куклами данной коллекции с двух сторон. Коробка стилизована под кусок льдинки, что придает объем данному набору. Возрастное ограничение куклы 6+, и верашка сделана в Индонезии. Коробка в нереально крутых и нежных тонах. Идет плавный переход от светло-розового до фиолетового цветов. Чуть ниже нашему взору предстоит каток, невероятно сказочный замок изо льда и стесняшка Эшлин, стоящая рядом. Левее расположилась небольшая заметка Эшлин Эллы. Из-за сильной снежной бури Эшлин не может найти хоть одну пару своих хрустальных туфелек. К счастью, вместе с ее пушистыми зимними друзьями они развеют проклятие до того, как часы пробьют полночь. Внутренняя часть коробки иллюстрирует нам каток, замок и красивое полярное сияние. Есть вставка в виде кристаллов со снежинками, на которой держится карточка Эшлин и кольцо для обладателя куколки. Ну а теперь рассмотрим нашу принцессу. Как вы уже могли заметить, у Эшлин совершенно новый молд лица с милой улыбкой и игривыми зелеными глазками. Макияж у Эшлин очень нежный. Розовые тени и губы, хорошо сочетающиеся с ее милым нарядом. Пшеничные волосы Эшлин Эллы Epic Winter заплетены в косу на левый бок. Поверх волос надета бирюзовая тиара с кристаллами и бусинками разного размера. Из аксессуаров в распоряжении Эшлин золотистый пояс с листами и бирюзовая сумочка, словно сделанная изо льда с сосульками. Наряд так и веет зимой. Он содержит в себе два ряда меха красно-белого цвета и зимние узоры на платье. Платье с квадратным вырезом содержит в себе длинные рукава до кистей, практически закрывая коленки куклы. Бирюзовый наряд покрыт бело-красным узором из снежинок, цветов и белого инея из блесток. Ноги куклы молдированы в малиновом цвете с морозным зимним вырезом. Особое внимание стоит уделить ее сапогам, которые как украшение сделаны не на базе старых аксессуаров, а совершенно новыми. Высокие сапоги, столь редко появляющиеся в коллекции Ever After High, выполнены в форме ледяных башмачков, покрытых ледяными подтеками и глыбами, выступающих на сапожках. Также весьма интересна угловатая ледяная подошва. Ко всему этому наряду хорошо бы подошла подставка в снежном стиле, но, увы, куклам подставок и расчесок не прилагается, но есть голубое колечко и карточка-дневник. Ну а на этом наш обзор на очаровательную Эшлин Эллу из серии Epic Winter подходит к концу. Напишите в комментарии, как вам куколка. Жду ваших комментариев и лайков. Be cool and crazy! Пока-пока!